Перетельник Сергей Михайлович, 18.11.66 года. Рядовой, должность наводчик. 2-я танковая рота танкового батальона 57-й танковой дивизии. Командир взвода Рябко Виталий. До мобилизации работал в совхозе. Сварщик, тракторист, шофер. 17 июня вызвали на медкомиссию. Карточка моя лечебная делась, ее не было. И по той карточке меня бы не взяли в армию. Инфаркт, микроинсульт. И потом призвали военкомат, завезли на Винницу. Военкомат, с Винницкого военкомата перевезли в Десну 2 недели в учебке. Потом после этого 2 недели были в Гончаровске. Через 2 недели загрузили на эшелоны и вывезли в Днепропетровскую область. В Днепропетровской области завезли на какую-то ферму, где мы месяц жили, тоже ничего не делая. Оттуда 2-я рота в старом составе, мы молодые остались там, ушли на сухой ставок. Потом начали делать комбинированные взвода, комбинированные роты с той техникой, которая осталась. Не знаю, какое это село. 3 дня за Давыдовым бродом, 3 дня просидели в посадке. Пришли, ла разведка сказала, что просто заезжаете в село, и все, там никого нет. Было 5 танков. Один танк не завелся, его оттащили немного под лесополосу. По дороге он стоял, а поехало 4 танка. Один подбили, 3 танка ушли. И тот, наверное, тоже подцепили на трассе и увезли, не знаю. 2 ПТУРа. У меня связи не было. Ни с командиром, ни с механиком. Тангента заклинила. И так мы начали ехать. Система отказала, я не сделал ни единого выстрела. Танк подбили. Механик, командир погиб. Я сдался в плен. Уехали либо в Давыдов брод, либо с Давыдового брода уехали Лагодинка. Но все надо, весь этот надо менять. Поднимать людей, естественно, надо. Находить, как говорится, единомышленников. И подниматься, ну, чтобы свергнуть власть. Ну, надо, чтобы, типа, был лидер, грамотный человек. Ну, я не выходил ни разу на Майдан. И так что я там не участвовал. Я просто говорил даже тем, кто ездил, что это к добру не доведет. А потом, что начали за свободную Украину, и вот да, освобождались. Сейчас идет война. Не знаю, что и думать. Просто бросила та Украина нас, и все. Да, мы уже набрали столько долгих, что внуки, правнуки не рассчитаются.